Экс-судью из Коркина, подозреваемого в развращении племянниц, объявили в розыск. Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении девочек, не достигших 16 лет. Подробнее расскажет наш корреспондент. Напомним, о происходящем в семье южноуральцев корреспонденту 31-го телеканала стало известно со слов отца девочек. Он рассказал о том, что его сводный брат, который по совместительству является судьей в их родном городе, растлевал его дочерей, когда они были еще маленькими. Они мне сказали, было вино, было сексуальное домогательство. Остальное мы расскажем следователям. Все вот эти подробности, вот, про которые неприятно говорить, это я узнаю в ходе уже следователи с девочек вот это узнают. По информации родителей, все происходило именно в этой квартире. Якобы здесь судья проводил свой досуг с несовершеннолетними племянницами, угощал их шампанским, просматривал порнографические фильмы, а после, возможно, совершал с ними действия сексуального характера. Общаться тогда с нашей съемочной группой он отказался. А вы не комментируете ситуацию? Правда, неправда, что в чем вас обвиняют? И вот 4-е следственное управление с дислокацией в Екатеринбурге объявило в розыск 44-летнего Сергея Югова, экс-судью Коркинского городского суда. Югов Сергей Витальевич, 1975 года рождения, уроженец города Коркино, Челябинской области. Всех, кто обладает интересующей следствием информацией о местонахождении Югова, просим сообщать в отдел уголовного розыска ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области. Он фигурант сразу двух уголовных дел. По версии следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый совершал развратные действия в отношении двух дочерей его брата. Одну из них Сергей Югов также склонял к совершению антиобщественных действий.